Хочешь счастливых отношений? Если нет, тогда пропусти это видео. Если вам тоже надоела эта реклама, напишите в комментариях, потому что мне она просто безумно надоела. В ней манипуляции. У тебя нет выбора. Или хочешь хороших отношений, и ты смотришь дальше. Или не хочешь, и не смотришь. А если у меня уже есть хорошие отношения, как тогда? Это вообще напоминает манипуляцию, как родители с детьми делают. Значит так, Сереженька, ты сегодня будешь суп или борщ? А если Сереженька такой: мама, я не хочу кушать. Он маленький, не понимает и ведется на эту манипуляцию. И вообще, эти тренинги называются «фаза роста», «высшее женское образование». Будто самая главная цель в жизни женщины – это выйти замуж. И больше ничего нам не надо. Или так и есть. Да, значит, пишите об этом в комментариях, как вы считаете. Более того, я так много видела разоблачений Ярослава Самойлова, и на него даже есть вики-компромат. Но настоящее разоблачение очень тяжело найти, потому что он забивает их своими статьями с саркастическими названиями, по типу «Осторожно, грязная правда, полное разоблачение» или «Шарлатан, обманщик, аферист, Ярослав Самойлов». И настоящих разоблачений уже нет, их просто тяжело найти, но я нашла. И даже написала в комментариях, что тоже хочу создать видео разоблачения на Ярослава Самойлова. И чтобы не быть голословной, вписалась в его курс. Правда, бесплатный. И вы не поверите, мне понравилось. Методики сильнейшие и для самопознания, и для того, чтобы найти статусного мужчину. Тоже очень интересно. Кстати, я сделаю следующее видео на эту тему. Выжимку такую короткую методики этих. Чтобы вы не смотрели весь огромный курс, а посмотрели лаконично, у меня самое важное, самое интересное. Если вы хотите, чтобы я создала такое видео, напишите в комментариях. Они мне вообще напоминают психодраматический, этот метод психотерапии, которому я училась. Это направление психотерапии, которое решает личностные проблемы актерской игрой. Называется психодрама. Минутка саморекламы. Больше всего мне понравилась тренер Алла Пилипюк. Она очень толковая, и вообще я поняла, что фаза роста — это не один Ярослав Самойлов, это целая система, это много человек. Даже после прохождения курса мне позвонили и спросили мои впечатления, и это на бесплатном курсе, там очень много народу работает. Это не один Ярослав Самойлов, и он молодец, что он организовал столько людей, и в принципе очень даже неплохие тренинги. Конечно, мне лично Ярослав как психолог не подходит, потому что он, когда на видео, он кричит. Это как-то не мое. Но это же дело вкуса, тут уже ничего такого профессионально неправильного нет. У каждого своя подача. И хочу лично посоветовать Ярославу Самойлову. Ну, тебя часто забрасывают, что у тебя нет психологического образования. Так получи его, быренько экстерном, и тема будет закрыта.